ходу дела белый достает из кармана. Черт! Мы троем вместе выросли с детства. Жизнь так устроена, у каждого свое средство. Получить заряд энергии, кто-то копит деньги, а кто по ресторанам ходит. Но рассказ не об этом, у нас свое хобби. Когда на небосводе вечерняя луна восходит, мы отправляемся на поиски, осматриваем тропы. Видишь, там цвет металли диски, даже магнитофон на месте. Каждый знает свое дело, один идет к подъезду, в руках арматура. С улицы закрывает дверь входную, другой на стреме. Очень многое зависит от его роли. Ну а третий профиль — гонщик, в прошлом серьезный спортсмен, а теперь экстремал-угонщик. Вот и он на подходе, пару ловких движений руками, и мотор на взводе. Раздается сигнализация, кто там в спешке в подъезде спускается с лестницы. Прыгаем в салон, выдвигаемся. Ночной город ждет, мы его дети. Такое было не раз, он укроет нас своей тенью. По ходу дела белый достает из кармана диск Вутенга и вставляет в Кенву. Музыка заполняет пространство машин. В голове прилив адреналина. Вот эта тема, едем дальше, сомнений нет. Включаем ксеноновый свет, поворот руля влево, газ до полного предела. Машина с визгом трогается, оставляя на асфальте черные полосы. В голове диктует свои законы молодость. Нет препятствий в атмосфере ночного воздуха, не способны остановить нас представители власти. Что такое счастье? Восход солнца в кругу нашего братства. Ага, ну вот уже и утро, пора возвращаться. Мы часто совершаем поступки ради веселья, придумываем шутки, не понимая значения. Но иногда случай дает нашим поступкам другие предназначения. Такое было не раз. Ну вот однажды я проснулся ночью от сильной жажды. Да еще и сон такой тревожный. Срочно нужно сделать все возможное, чтобы спасти кого-то. Аж мороз по коже, что же, надо развеяться. Звоню кентам, необходимо встретиться. И вот мы снова вместе осматриваем все подъезды. Какой-то хлам, камазы, а посередине силуэт Мерса. А, своей удачи не веря, я уже закрываю все двери и так далее по схеме. И вот мы едем веселиться, руками на душе и странная тревога у всех на лицах. А вслух шутка говорится, удача улыбнется нам и доведется в скором будущем на тачке мэра прокатиться. Но никто не подозревал, чему суждено случиться. Отчет времени уже идет и не удастся возвратиться обратно. Наш трофей был предназначен для громкого теракта. С восходом солнца по цепной реакции должна была взорваться к чертовой матери вся эта концентрация смертельных элементов, находящаяся от нас в каких-то паре сантиметров. А людям тем временем цветные сны снятся. Пора выдвигаться за пределы города. Нельзя отбросить то, что для нас очень дорого. Максимальная скорость, полная свобода, ровная дорога. Осталось немного километра. Машина словно на крыльях ветра мчится, чтобы встретить первые лучи рассвета. Зашло солнце, сработал смертельный механизм. Взрыв раздался эхом за горизонтом где-то, сохранив жизнь многим семьям. Прошло время, заголовки газет обещали сенсацию. Как изящно удалось провести операцию, обезвредить КамАЗы с тротилом, стоящие возле дома. В узкой графе что случилось, написали другое. Недалеко от Ростова в машине взорвалось трое. Не справились с управлением или что-то другое. Или что-то другое. Мы часто совершаем поступки ради веселья, придумываем шутки, не понимая значения. Но иногда случай дает нашим поступкам другие предназначения. Мы часто совершаем поступки ради веселья, придумываем шутки, не понимая значения. Но иногда случай дает нашим поступкам другие предназначения. Just a simple step.